такая серьезная. Здравствуйте. Да я просто смотрю издалека, ты такая синяя вся какая-то вообще. Я еще и красная. Ты еще и красная? Да. Сине-красная, леопардовая. Это адское сочетание. Я с синим пятном такая, да? А я просто подумал, что ты пришла в таком одеянии. Думаю, не холодно, и куртку не видно было. Переживаешь. Очень крутое одеяние, кстати, такое какое-то. Это комбез или что это? Да. То есть он слитный, да? Вот в такие моменты всегда хочется спросить, а как в туалет-то? Ну, это же... Ты разоблачаешься там полностью, да? А ты кого-то ждешь? Нет. А что ты почему-то одна? Я не жду, но очень не скоро. А ты не из Москвы, да? Откуда ты? С Кавказа. Кавказ? Угу. Ну, ты же как бы русская вроде бы. Но... Как бы да, там и русские тоже. А, ну то есть ты просто там живешь? Жила когда-то. А сейчас ты где живешь? Я уже больше 10 лет в Москве. А, нет, я тебе вообще говорю, сейчас-то так и получается, ты из Москвы, да? А как тебя зовут? Я Ира. Ирочка. Меня Вова зовут. Очень приятно. Ирочка какая-то необычайно добрая. С оранжевой подошвой на сапогах. Ты разглядываешь, я же смущаться начинаю. А почему? Не знаю, да как. А у тебя кольцо на мизинце, Ирочка, это как-то символично или что? Да. Ты лесбиянка? Конечно. Не, я сейчас... Спаси, сохрани. А, прости, пожалуйста. Нет, но просто я знаю, что лесбиянка что-то или на больших пальцах, или на маленьких вот носит. Вот этого я не знала. И то там у них там своя какая-то иерархия там. Я не уточняла. Нет, ну поэтому интересно, не обычно на мизинцах не носят. Офигеть. Я отличилась, и вот попала уже... Ну, какая ты добрая какая-то, синяя добрая девушка, блин. У тебя еще эта штучка, кстати, тоже синяя, на хвостике. Да. Ирочка, а можешь привстать на секундочку? Зачем? Да ну просто хочется. Да нет, ты меня да тебя... Нет, я не буду вот смотреть даже вот как-то вот больше тебя смущать. Вот. А просто вот хочу тебе что-нибудь хорошего пожелать. Мир, да? Нет, ну просто хочется пообщаться вот на уровне вот себя. Офигеть. Да не стоит. А можешь еще хотя бы секунд 10 продержаться? Ну почему? Знаешь, уже на дрессировку похоже. Лечь, встать. Ну я и не приказываю тебе пока еще. Ну ты меня уже засмущал. Ну расслабься. А у тебя есть мужчина там любимый или что-то? Там здесь. А? Если был бы, я бы, наверное, сейчас здесь не сидел. Нет, я вообще, мне обычно неинтересно, знаешь, там есть он или нет. Ну, в данном случае вот я решил спросить, вот почему, думаю, не спросить. А как так, ты такая замечательная, а мужчины нет? Хватит. Слишком столько много вопросов. Нет, ну просто же интересно, таким почему. Таким напором прямо. Хорошо, я буду говорить медленно и с паузами. Как, Ирочка, так вышло? А как так, почему, ну, вот так почему без мужчины? Так тихо говоришь. Ну то есть у тебя сейчас этап второй, да, что ты разошлась, да. Вернее, расходится, это был первый этап. Здорово. Хочу сообщить тебе об уникальной возможности попасть на мой онлайн-тренинг, который стартует 20 апреля. Почему возможность уникальная? Потому что стоимость этого тренинга будет всего 5000 рублей вместо стандартных 15. Это предельно низкая цена. Для чего она... Для чего я решил сделать такую стоимость? Сейчас в преддверии лета, в преддверии весны мне хочется помочь как можно большему количеству парней, которые смотрят мой канал, которые чему-то учатся, которые делают что-то, что я говорю, у них что-то получается. Я хочу дать вам критичный объем информации, полезных навыков и знаний для того, чтобы вы смогли наполнить свою жизнь красивыми женщинами, для того, чтобы вы смогли изменить свою жизнь. Вот, по поводу тех, кто смотрит мой канал, ребята, очень много информации, которую можно уже применять и получать какие-то результаты, но чтобы вы понимали, еще раз хочу донести, что
то, что вы видите на видео в бесплатном свободном доступе, это лишь малая толика того, чему я могу вас научить. И я хочу отдать вам все свои знания, все свои навыки, все свои умения в этом онлайн-тренинге. Я хочу, чтобы очень много парней из разных городов России, отдаленных от Москвы, зарубежья, Украины, Беларуси, Казахстана и так далее, чтобы вы могли позволить себе этот тренинг. Поэтому такая цена. Следующая такая акция по низкой цене, опять же, не знаю, когда, какая будет цена. То есть она состоится, наверное, где-то в конце декабря 2015 и... или в начале января 2016. Суть в том, что сейчас у тебя есть все шансы просрать свое лето. Вот. Но также есть шанс и не просрать это лето, а записаться на онлайн-тренинг, который стоит всего 5000 рублей. Онлайн-тренинг «Соблазняй лучших, оставаясь с собой». Это без лишней скромности. Я всегда об этом говорил и буду об этом говорить. Самый эффективный онлайн-тренинг по соблазнению в России. Я знаю, как проводятся тренинги у других тренеров, когда тебе просто там 2-3 раза в неделю высылаются какие-то письма с заданиями, которые ты читаешь и должен идти и делать. Как делать, что делать, ты абсолютно ничего не понимаешь. И потом раз в неделю тренер вылазит где-то в чате и что-то рассказывает там в течение получаса. У меня будет не так, у меня всегда происходит по-другому. Это 6 занятий по 2 часа времени, которые я полностью провожу с тобой и с другими парнями в чате. Соответственно, ты можешь задавать мне любые вопросы. Очень важна обратная связь, очень важно какие-то моменты прорабатывать твои индивидуальные. В процессе я отвечаю на все эти вопросы. Я рассказываю, объясняю, досконально все разжевываю, мотивирую, говорю, как преодолевать свои страхи и так далее и тому подобное. Я даю тот объем информации, который тебе нужен для того, чтобы научиться соблазнять женщин, а не просто прийти на тренинг, почитать какие-то задания, пойти понять, что они у тебя не работают, эти практики, и сдаться. У меня на тренинге никто не сдается. Потому что раз вы пришли, значит, вы будете ебашить по полной до результата. Я вам в этом помогу так, как я смогу. Что касается записи на этот тренинг, ребята, запись будет только 15 и 16 апреля. Она откроется в 10.00 по Москве 15 и закроется в 22.16. Эта цена, эта акция действует только 2 дня. Если ты не успеваешь записаться в эти 2 дня, значит, ты не успеваешь. Еще раз говорю, что такой халявы потом не будет очень долго. Вот. Пишет очень много парней и говорят, что вот мы хотим попасть тебе на какой-то тренинг, но у нас нет денег. Вот, ребята, для вас отличнейшая возможность изменить свою жизнь за 5000 рублей. Это билет в новую, абсолютно нового качества жизни. Почему я говорю все время об изменении жизни, а не только ситуации с девками и о том, что ты можешь найти себе там одну или несколько красивых женщин? Потому что мужчина, который успешен с женщинами, он просто не может быть лузером по жизни. Это закон, который неоспорим, который работал всегда. И наоборот. Если мужчина успешен, то у него, как правило, все хорошо с женщинами. Как-то так. Поэтому еще раз. 15-16 число, не пропусти запись. Ссылка для записи на этот тренинг находится под видео. Переходи по ссылке, читай все подробности. Принимай решение, которое, возможно, станет для тебя судьбоносным. 5000 рублей вместо 15. Группа будет большая, но всем хватит индивидуальной работы, потому что я и мой второй тренер Илья Забенко будем над этим работать так, как мы обычно работаем. Старт тренинга 20 числа. Увидимся на тренинге. Счастливо. Жду тебя. Слушай, ну, а у тебя так волосы, кстати, здесь так распалились как-то так, знаешь, такими этими какими-то, даже не знаю, что это похоже, какие-то паутинками какими-то торчат. Слушай, Ирочка, а давай, может, мы с тобой рискнем вообще вот здоровьем, да, обоюдным, как-нибудь увидимся, чай попьем. Ну, это так определенный риск. Чай попьем. Ну, да. Вдруг ты ко мне будешь приставать там и изнасилуешь меня, поэтому я рискую. Да, я опасна. Да не, ну я, конечно, шучу, надеюсь, что не будешь приставать, но...
почему-то мне кажется, есть смысл. Что? Ты так оценил со всех сторон, да? Ну, я не знаю, какой ты человек. Но ты, во всяком случае, улыбаешься, мило разговариваешь, да, нет никаких понтов, там, вот этих куриных, там, этих самых штук. И, возможно, из тебя получится хорошая жена. Что? Сейчас ты встречаешься с понтами? Я часто общаюсь с женщинами, ну, вообще с людьми, и сталкиваюсь с разной реакцией на себя. Это по работе так? Или? Ну, работа такая, да, потому что что-то вообще с девками в Москве произошло что-то в последнее время. Наверное, потому что они делают. Знаешь, каждая колхозница, приехавшая месяц назад из какого-нибудь там Ульяновска, да, или там Твери, она вдруг почувствовала себя звездой, там, не знаю, эстрады, и то есть с ними вот реально с некоторыми очень сложно общаться. Ты разговариваешь, а она прям там что-то... Я... Ты так тихо разговариваешь, вообще невероятно. Ирочка, два момента. Мне надо бежать. Второй момент. Нужно, чтобы вот мы с тобой попрощались, поэтому я тебя еще раз прошу привстать, это очень важно. У тебя просто шикарнейший конец. Нет, он реально шикарнейший конец. Не, сейчас, постой. Давай, может, как бы я тебе как-нибудь позвоню, и мы выпьем чай с тобой. Хорошо. Когда тебе позвонить? Сейчас, мы сейчас решим вопрос по поводу позвонить. Нет, смотри, давай так, куда тебе позвонить? То есть, давай, 8. Нет. Угу. 1, да? Меня Вова зовут еще раз, да, сейчас? Пойдем ручку сюда. Ирочка с добрым лицом тебя надо записать. И в синем адски классном комбезе вообще. Смотри, давай я тебе как-нибудь на недельке наберу, вот может быть, когда удобно. Я даже не знаю. Наберу днем. Ну лучше днем, да. Ты работаешь вообще? Ну, у тебя работа бывает, работаю, позволяет, бывает, чтобы ты взяла трубку там, и тебя никто не убил за это и не уволил? Нет, ну если ты позвонишь, если я с клиентом буду, я не отвечу. Ты мне перезвонишь, да? Угу. Все, мы с тобой прощаемся. У тебя такие уши холодные, кстати, классные такие, прохладные такие. Все, давай, Ирочка, тебе прям хорошо дождаться там, кого ты ждешь. Ты офигительно выглядишь, правда. Спасибо. Всегда оставайся такой же доброй. Пока.